Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Сегодня мы продолжим тему, связанную с тем, что такое трансцендентное сознание, как оно себя проявляет и как оно достигается. Это все тот же раздел Бхагавадгиты, вторая глава. Сегодня мы прочитаем текст 58. Яда самхарате чаям курман ганива сарваша индриянинди-ярдхи-бьястасья прагья-пратиштхита. Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности. Комментарий Шрилы Прабхупады. Йога преданного или самореализованную душу определяет его способность управлять своими чувствами согласно своим намерениям. Большинство людей, однако, являются рабами чувств и поэтому в своих действиях руководствуются тем, что те приказывают им, те в смысле чувства. В этом состоит ответ на вопрос о том, что определяет йога. Чувства можно сравнить с ядовитыми змеями, стремящимися делать, что им вздумается, без правил и ограничений. Йог или преданный должен обладать большой силой, чтобы подчинить их себе, подобно заклинателю змей, никогда не позволяя им действовать независимо от своей воли. В шастрах имеется множество наставлений по этому поводу. Некоторые из них предписывают что-либо, другие, наоборот, запрещают. Тот, кто не способен следовать этим двум типам наставлений, ограничивая себя в чувственном удовлетворении, не может стойко утвердиться в сознании Кришны. Лучший пример этому приводится как раз здесь, пример черепахи. Черепаха может в любой момент вобрать в себя свои конечности и в любой момент высунуть их снова для определенных целей. Точно так же человек, пребывающий в сознании Кришны, использует свои чувства лишь для определенной цели, если это нужно для служения Господу, и отключает их в остальное время. Арджуне здесь дается совет использовать свои чувства для служения Господу, а не для собственного удовлетворения. Постоянное подчинение чувств служению Господу имеет сходство с поведением черепахи, втягивающей внутрь конечности, когда она не использует их. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмилитамина тасмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамена Бутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Сингхупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнаве Бью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шримати Бхакти Веданта Свамини Тинамини Намасте, Сарасвати Деви Гауравани, Прачарине, Нирвишеше, Шунилади, Паштетядеше, Тарине. Совершенно сознание того, кто способен отвлечь свои чувства от их объектов, подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности. В былые времена люди стремились к совершенству сознания.
развитие сознания считалось высшей ценностью жизни, высшей целью. Почему? Потому что чем выше сознание, тем более высокой реальности мы имеем доступ. Это видно? Живые существа с развитым сознанием, с чем они контактируют? Низший уровень сознания, низший уровень реальности. Мы видим, как дети, по мере того, как они растут, их сознание раскрывается, это означает, что они подключаются к все более и более высоким сферам реальности. Вот все. Поэтому для того, чтобы переживать все более и более высокий уровень опыта, более высокий уровень счастья, для этого необходимо развивать сознание. И существует определенный процесс, технология развития этого сознания. Это впрямую связано с тем, насколько живое существо способно контролировать свои чувства. И вот здесь приводится пример, соотношение. Совершенно сознание того, кто способен отвлекать свои чувства их объектов, подобно тому, как черепаха умеет втягивать их в панцирь. То есть здесь четко увязывается понимание уровня развития сознания со способностью контролировать чувства. Если чувство не контролируется, сознание не может развиваться. Раз сознание не может развиваться, это обозначает, что мы остаемся своим сознанием внизу, заземленными. Наше сознание не может оторваться от всей этой суеты, и мы становимся заложниками этого мира, заложниками всех проблем, глобальных, социальных, каких хотите, политических, экономических. Мы не можем ни о чем другом думать. Мы говорим, ой, такая новость, другая новость, там что-то произошло там, что-то произошло здесь, и мы во всем этом участвуем. Не то, чтобы мы не должны в этом всем участвовать, мы должны принимать ту ответственность, которая находится в пределах нашего поля деятельности, нашего. Мы не можем остановить войну там или здесь, но мы можем, допустим, остановить войну у себя там, на кухне на 3 квадратных метрах или в квартире где-нибудь там. Вот. То есть у нас есть свое определенное поле деятельности, на котором мы можем какой-то определенный порядок поддерживать. Итак, если люди не имеют вот такой высокой цели развития сознания для того, чтобы быть способным контактировать с все более высокой реальностью, в конце концов, с Кришной в преданном служении, если такой цели нет, то идея контроля чувств кажется какой-то странной, даже искусственной, несовременной. Несовременной, это уж точно. Вот, потому что современная жизнь – это жизнь, когда люди как раз чувства свои отпускают на свободу. Им кажется, что это естество. Что тебе хочется, то делают. Это культура современного человека. Но мы видим, что эти люди не достигают ничего ровным счетом. Неудачники. С духовной точки зрения 100% неудачники. Они могут накопить много денег, на какое-то время они могут почувствовать себя обладающим чем-то, потом это все закончится, потому что они их накопили, как правило, неправильным путем. Нажитое нечестно впрок не идет, поэтому все то, что они где-то как-то ухватили какими-то хитрыми путями, делает их счастливыми. Дает какие-то возможности временные для чувства наслаждения, но внутри счастья нет, потому что они понимают, что они что-то нарушили. Вот, сознание или ум вора не может быть спокойным. Он всегда в беспокойстве, у него всегда, так сказать, пистолет под подушкой, потому что он знает, что за ним прийти могут любую минуту. Вот, то есть вот это вот, как говорится, знает кошка, чью рыбу съела. Вот, то есть люди, которые живут не по законом Бога, даже если они достигают какого-то внешнего, кажется, такого небольшого успеха, ум их всегда в беспокойстве, и они всегда вынуждены как-то себя успокаивать. Отсюда следующий путь. Они приходят почти все приходят к наркомании и так далее, или к интоксикациям, потому что это способность заглушить эту вот внутреннюю боль и беспокойство. Нужно что-нибудь такое покурить, или что-нибудь такое выпить, или чем-то таким уколоться, чтобы как-то немножко вот эту вот всю остроту внутренних вот беспокойств как-то вот немножко притупить. Такова судьба этих людей. Вот. То есть, совершив одну ошибку, они вынуждены совершать миллион других ошибок. Вот, допустим, мы совершили одну ошибку, ушли от Кришны. Теперь эта одна ошибка, она порождает миллион других. То есть, одно неверное действие порождает целую цепь неверных действий. В то время как, наоборот, одно правильное действие влечет за собой целую кучу других правильных действий. Итак, мы живем сейчас в цивилизации, цивилизация, которая как раз представляет собой бесконтрольные чувства. Ведическая цивилизация – это цивилизация контроля чувств, культура контроля, а
Современная цивилизация – это культура так называемого потакания чувствам, когда все делается для наслаждения чувств, при этом счастье людям неведомо, потому что счастье – это совсем другое. И получилась такая ситуация, что люди, потеряв вот эту культуру контроля своих чувств, попали сами под контроль чувств. То есть здесь существует два варианта по отношению к чувствам, два варианта. Либо мы их контролируем, либо они нас. И веды два термина определяют для этого. Те люди, которые контролируют свои чувства, их называют го-свами. Го – это чувство, свами означает повелитель, повелитель чувств, го-свами. Причем это не обязательно связано с принятием монашества, саньясы. Саньяса – это редкий случай для очень редких людей. Но контролировать свои чувства могут все. Если бы об этом не было речи, то Кришна бы не предлагал Арджуне эту программу контроля чувств. Он не предлагал Арджуне принять отреченный уклад жизни, понимая, что Арджуна социально активный человек, семейный. Уклад жизни монаха – это не для него. Но, тем не менее, он контролировал, он предлагал ему контролировать чувства. То есть контроль чувств – это не удел только каких-то вот людей в шафране, которых, может быть, не так много. Это в целом культура. Это культура людей, которые знают, для чего это они делают. Им есть ради чего. У них есть цель. Люди, как правило, если вы посмотрите на любого человека, который вот как-то слишком сильно погрузился в дурные привычки, то всегда, что бы он там ни объяснял в качестве своих причин, что там какая-то у него в жизни случилась беда или что-то еще, и что как-то вот заглушить свою боль, вот он потакает всем своим этим чувствам, он пьет или курит или наркоманит. Дело не в этом. Он не называет главную причину. То, что он называет в качестве причины, это просто повод. Это не причина, это повод. Причина глубже. О причине он может сам даже не догадываться. А причина состоит в том, что у человека нет высокой цели. Нет то, ради чего совершать какую-то определенную жертву. Нет то, ради чего он хотел бы или должен был бы свою вот эту вот низменную природу покорить. В нас есть высшая природа, в нас есть низшая природа. Все, что в нас есть лучшего, все, что вот мы совершаем бескорыстно, все, что какие-то такие более-менее все внутренние благородные порывы, они все происходят из души. А есть другие у нас тенденции, когда мы чувствуем, что вот нас куда-то тянет не в ту сторону, в какой-то негатив. То есть низшая природа и высшая природа, они смешаны. Душа принадлежит высшей природе, тело и ум, они принадлежат низшей природе, они из материи созданы. Поэтому тело и ум, естественно, магнитят каким-то низменным вещам. И вот здесь очень важно, чтобы победила высшая природа. Чтобы она победила, ее нужно подкармливать, ее нужно усиливать. Вот, два борца сражаются, кто из них победит? Может быть, те, кого там больше, так сказать, их болельщики поддерживают, свистят, или кто, может быть, более внимательно относился к тренировкам. То есть смысл в том, что для того, чтобы вот эта вот высшая природа в нас победила, чтобы вот эти вот все внутренние какие-то соблазны и вот все эти вот проявления низменной природы, чтобы они покинули наше сердце, для этого нужно, чтобы мы были внутренне, духовно сильны. И вот это и есть процесс развития сознания. Интересные вещи Кришна говорит позже, в 5 главе Бхагавад-гиты. Он говорит, что тот, кто, сейчас вам даже точнее скажу, это я в последнее время этот стих регулярно, так сказать, вот на эту тему думаю. Это 5 глава, как раз текст 13. Сарва карма нимана са саньястьясте сукхам ваши нава двары пуре дехи наива курвана карая. Когда заключенное в теле живое существо управляет своей природой и на умственном уровне отказывается от всех действий, оно счастливо пребывает в городе с девятью вратами в материальном теле, не совершая никаких действий и также не являясь причиной совершения каких-либо действий. И так интересно, что здесь Кришна говорит, когда человек, когда живое существо, заключенное внутри этого города тела, управляет своей природой и на умственном уровне отказывается от всех действий, оно счастливо пребывает в городе с девятью вратами. То есть, оказывается, счастье Кришна впрямую связывает со способностью контролировать чувства, в смысле низшую природу. Контроль чувств не обозначает, что человек, вот какая-то, знаете,
на востоке вот эти вот три обезьянки, да, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, никому ничего не скажу. Не это называется контролем чувств. Таков контроль чувств у буддистов, у имперсоналистов. И то, и другое не имеет никакого отношения к ведам, и то, и другое является искусственными культурами. Искусственными культурами. Потому что если у вас есть глаза, то это странно ничего не видеть. Если у вас есть уши, это странно их затыкать, ничего не слышать. Если у вас есть язык, странно его завязывать морским узлом, никому ничего не сказать, понимаете? Вот, поэтому вот эта вот идея искусственного контроля чувств, когда люди куда-то там вот в горы, в монастыри, в леса и так далее, вот, это временно, это может быть в чем-то она важная, на время такая культура, быть в какой-то аскезе, в одиночестве, вот, но это не образ жизни. Таким образом жизни большинство людей жить не может. Поэтому веды предлагают совсем другой способ контроля чувств. Не какие-то просто искусственные ограничения, все закрыть, да, закрыть глаза, закрыть уши, закрыть рот, все, меня нет дома, так сказать, все, никого нет. Да. Вот, это на время так можно как-то попытаться вот, подчинить себе свою природу. Но в жизни мы так не можем, никого не слышать, никого не видеть, ни с кем не разговаривать, так просто невозможно. Вот, поэтому должна быть какая-то позитивная культура задействования в своей жизни. Это называется бхакти. Бхакти обозначает изначальный способ использовать чувства. То, как люди в этом материальном мире используют чувства, это не изначальный способ. Это сейчас вторичная культура. Материальный мир вторичный, поэтому все, что с ним связано, вторичное. То есть это культура, погруженная в материю, в низшую природу. И мы привыкли к этому. Культура вот, потакания чувствам. Вот, поэтому люди сидят, вот, допустим, даже за столом, попробуют то. Это вроде как неплохо, да? Преданные тоже любят за столом посидеть, что-нибудь попробовать. Но они это делают в разном духе. Одно дело называется прасада севая, служение прасаду, когда мы принимаем прасад после того, как он принял Кришну. И другое дело, когда люди сами себя ставят в положение наслаждающихся. По виду то же самое. Одни сидят за столом, другие сидят за столом. У одних одни блюда, у других такие же могут быть самые блюда. Но процесс совершенно разный. В одном случае это процесс наслаждения чувств, а в другом случае это процесс контроля чувств. Как это? Каким образом одно и то же действие с одними и теми же ингредиентами за одним и тем же столом может быть в одном случае контролем чувств, а в другом случае потаканием чувств? Разница очевидна. В одном случае мы это готовили для Кришны, мы это предлагали Кришне, и теперь мы после него принимаем это как слуги. То есть мы совершаем это в правильном сознании. По виду внешне все то же самое. Механика процесса та же самая. Челюсти у всех одинаково двигаются. Все там, процессы пищеварения все те же самые. Но содержание совершенно другое. Итак, здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит один интересный пример, сравнение. Он говорит, подобно заклинателю змей. То есть он сравнивает йога или преданного заклинателем змей, который может контролировать опасную змею. То есть никто из нас особенно не жаждет, так сказать, видеть змею, да? Особенно близко перед носом. Опасное существо, злобное, ядовитое, завистливое, так сказать, кидающееся без всякого повода на других живых существ. Это живые существа, которых Кришна лишил рук, ног, но дал им возможность, вот, так сказать, на пузе передвигаться. Вот. И мы от них подальше стараемся держаться, они от нас, кстати, тоже, люди не являются для них пищей. Но в тех местах, где пересекаются пути людей и этих змей, тут какие-то возникают конфликты. Но есть такие люди, которые их вот называют факиры, которые с ними вместе, так сказать, живут, и для него это там это такая обычно плоские такие у них, корзины такие, в которых они своих этих кобр держат, они как подушку ее используют, спит на ней, все равно. Он и змею может и за хвост, и так, и сяк. Она его, так сказать, пытается кусать, но он знает все ее повадки абсолютно. И это существо, которое обычно никому не подчиняется, то есть змеи, это одно из животных, которое дрессировке не подчиняется. Их невозможно дрессировать, чему-то научить. Да? Сколько вы не кормите ее, если вы попробуете, так сказать, ее погладить, вы прикормили там, кошку, собаку, она может стать вашим другом, она вас узнает, а со змеей бесполезно. То есть она всегда будет оставаться неблагодарной, она использует любой шанс, чтобы тяпнуть вас за ту самую руку, которой вы ее кормите.
И вот эти факиры, они знают эти вот повадки, они знают нравы, они знают вибрации, они играют на какой-нибудь такой дудочке. И вот все, это змея, которая не контролируется никем, факиром она контролируется, понимаете, все. То есть он способен ее контролировать при помощи вот этих каких-то определенных звуков, и она становится послушной ему, он еще деньги зарабатывает на это, показывает шоу там с этими змеями. То есть смысл таков, что чувства, почему сравнивать с этими ядовитыми змеями? Потому что если мы их не контролируем, то получается, что мы чувства устремляются к объектам, как вот змеи стремятся к какому-то корму. И дальше что происходит? Эти объекты называются термином вишая. Вишая обозначает объекты чувств. Вишая. И корнем слова вишая является виша. Виша обозначает яд. То есть, когда люди принимают в свою жизнь какие-то объекты чувств, не понимая, что они связаны с Кришной, их сознание отравляется. Чем оно отравляется? Отравляются духом наслаждения. То есть они укореняются в сознании, что мир подчиняется мне, или хотя бы какая-то часть этого мира, вот это мой дом, что-то подчиняется мне, я могу этим всем наслаждаться, имею право. Или говорит, имею право. Современный человек, он имеет право. Насчет обязанностей, имеет ли он их или нет, он не всегда уверен. Вот. Он даже, может быть, если сказать, а как вот вы уравновешиваете свои права с обязанностями, люди многие могут немножко даже смутиться такой постановкой вопроса. Но ведическая культура – это культура, которая вводит определенные ограничения. Для чего? Именно для того, чтобы уравновесить права и обязанности. Права у тебя имеются, конечно. Каждое живое существо имеет различные, так сказать, какие-то права. Но они должны быть уравновешены обязанностями. В этом случае дух чувства наслаждения не будет развиваться, он будет под контролем находиться, когда мои права уравновешены обязанностями. Если же люди подчеркивают права, но забывают про обязанности, вот тогда дух чувства наслаждения развивается бесконтрольно. Итак, культура определенных правил и предписаний, что делает? Она уравновешивает нашу тенденцию к бесконтрольному наслаждению, имею право ко всем этим вещам, она ограничивает. Потому что права в данном случае, скажем так, имеют некий противовес в форме обязанности. И все. Хорошо, ты можешь принять семейную жизнь, ты можешь общаться, вот, жить как-то там сам, зарабатывать деньги, это твоя семья, это вот твой круг, твое чувство наслаждения, это твое право. Но это все должно быть основано на обязанностях, дхарма. И когда права человека уравновешены обязанностями, вот тогда, несмотря на то, что у него есть некое право наслаждения чувств, он не деградирует, по меньшей мере, потому что это все уравновешено долгом. Если же люди делают акцент на правах и забывают про обязанности, вот этого противовеса нет. И тогда их чувства естественным образом не контролируются. Раз они не контролируются, то какой результат? Их сознание опускается. Итак, опять эта фраза интересная. Кришна говорит, что совершенно сознание того, кто, подобно черепахе, способен отвлечь свои чувства от объектов. Сознание совершенно. И, соответственно, вывод отсюда, если человек не контролирует чувства, какое у него будет сознание? Несовершенно. То есть сознание впрямую связано с нашей способностью этого контроля чувств. Простая вещь. А машина, дорога, едет машина. Если машина впереди вас едет ровно, вы не беспокоитесь. Если вдруг водитель перед вами начал вот так вот крутить, вертеть, что такое? У него, может, сердечный приступ, может, у него там что-то случилось, потерял управление или что-то техническое, какая-то там неисправность, да, или у него там колесо сдулось. То есть в любом случае он представляет собой опасность. И мы видим, что вот служба, эти ГИБДД, да, увидев такого человека, они что делают? Они сразу остановят его, правильно? Почему? Потому что они видят, что он не контролирует чувства. Если, не дай бог, выяснится, что у него еще там какая-то доза алкоголя присутствует в крови, все, этот человек теряет права, он, его наказывают и так далее, машину там может куда-нибудь там забрать. В общем, всякие разные могут быть наказания. И почему, собственно говоря? Почему? Потому что совершенно очевидно, что человек, который не контролирует чувства на дороге, он представляет собой большую опасность. Почему? Авария может, он на встречную полосу может выехать, еще что-нибудь, и сразу будет куча трупов будет, да?
То есть контроль чувств является ценностью. Мы знаем, что люди, которые не контролируют чувства, вот они становятся опасными, с ними трудно взаимодействовать с этими людьми, когда они не контролируют себя. Кто такой культурный человек? Мы знаем, что культурный человек – это человек, который может держать себя в руках, правильно? То есть контролировать себя. То есть идея контроля чувств не является для нас совершенно уж чуждой. Вот если человек ведет в гостях себя вежливо, культурно, все, он контролирует речь, язык, поведение, руки свои, он там не лапает всех подряд, не говорит все, что он хочет. Мы говорим, культурный человек. Да? Вот, если человек, наоборот, распускает руки или не контролирует язык, мы говорим, это не культурный человек. То есть культура у нас связана со способностью контролировать чувства. Если человек не контролирует ни язык свой, ни руки, ни вообще поведение, мы что за человек такой? Да? То есть культура обязательно связана с контролем чувств. А вопрос только в том, что у нас сейчас культура считается сдерживанием чувств. Сдерживанием. Сдерживание нужно, но мы не можем всегда себя сдерживать. Поэтому люди с утра себя сдерживают, тут галстук он надел, а вечером его снимает. Он уже не хочет себя сдерживать, хватит, так сказать, ходить в этом ошейнике, да, ему хочется уже как-то расслабиться. То есть сейчас культура представлена в виде просто какого-то временного сдерживания чувств. Если вы пришли куда-нибудь в гости, вы улыбаетесь, вы себя вежливо ведете, все хорошо, вы себя правильно себя ведете, сдерживаете себя. Но сдерживание чувств и контроль чувств – это не совсем одно и то же. И то, о чем здесь Кришна говорит, это другое. Это сдерживание, которое приходит от гуны благости, когда человек находится в благости, ему легко контролировать свои внешние чувства, но не в этом цель жизни, у нас нет такой цели просто стать такими вежливыми культурными людьми, которые говорят правильные слова в правильных местах и так далее. Смысл не в этом. Смысл в том, чтобы чувства обрели свою изначальную чувствительность к Кришне. Вот в этом смысл. То есть мы их отвлекаем от каких-то материальных таких соблазнов с одной целью. Не потому, что там то нельзя, не все нельзя, все нельзя, мы от всего и сидим такие святые, да, в одном месте там смотрим себе на пуп, туда можно смотреть, да, вот, а в другие места нельзя смотреть. То есть не в этом смысл. Смысл в том, чтобы при помощи гуны благости контролировать свое поведение, а при помощи духовной практики производить определенную внутреннюю трансформацию, изменения, чтобы в конце концов чувства наши потекли к Кришне. То есть у нас нет задачи вечно контролировать чувства. Контролировать чувства нужно только пока мы находимся в опасном месте. Понимаете, в опасном месте, в этом материальном мире. В духовном мире никому чувства контролировать не надо. То есть там все стремятся к Кришне. Все абсолютно, естественным образом. Интересный стих есть в первой песне Шримад-Бхагаватам, где царица Кунти молится, обращается к Кришне и говорит, «Позволь моим чувствам, моему уму устремляться к тебе столь же естественно и спонтанно, как Ганга устремляется к океану». Река естественно стремится к океану. Малая всегда стремится к большому. Вот, у большой планеты есть какие-то спутники, которые возле нее. Эти спутники вращаются вокруг нее. То есть малая стремится к большому, река стремится к океану. Это естество. Всегда так было, есть и будет. Вот нам нужно понять, что мы, как маленькие души, к чему мы должны устремиться. Пока у нас нет спонтанного стремления к Кришне, это все делается при помощи правил и предписаний. Вот это называется культура. Культура, когда мы узнали о высшей цели, эта цель показалась нам достойной, нас вдохновила, и мы решили, что мы хотим этой цели достичь. И цена такова, что мы своим сознанием должны научиться думать о Кришне. Кришна говорит, «Мамма на бхава мадбхакто мамиджи мамма на маскуру». «Думай обо мне с любовью, служи мне, стань моим преданным, выражай мне почтение». «Мамма на бхава» – это высшее, «думай обо мне с любовью», Кришна говорит. «Не можешь это, мадьяджи». Совершая ягью, совершая какой-то ритуал, процесс поклонения мне. Мадбхакта, стань преданным. Мам намаскуру. Мам намаскуру самое простое. Намаскар обозначает сложить вот так вот руки молитвенно и слегка изогнуть свой торс, градусов на 30. Этого достаточно, это будет намаскар. Итак, мам намаскуру, Кришна, выражай мне почтение. Он даже дандават не требует полный. Даже не требует на колени, он даже никого на колени не ставит. Он говорит, мам намаскуру. Намаскар это вот просто вот такое вот. Немножко согнулись. Вот это минимум. С этого начинается все. Мам намаскуру. Но особенность состоит в том, что как только человек сделал намаскар Кришне, он тоже стал Кришна-бхакта. Кришна его поймал сразу же, с первого раза. Одного раза достаточно, понимаете? Один раз, слегка даже склонившись перед Кришной, человек становится мадбхакта.
новичок, неопытный, зеленый, там всякие разные, это не имеет значения. Важно, что он уже, так сказать, попал в систему. Он уже, Кришна говорит, сделай мне поклон, это же не просто, не сложно, вернее. Да? И так он уже стал бхакта. И теперь этот бхакта, он должен достичь определенного уровня, чтобы от человека, который просто слегка, так сказать, в знак культуры и почтения, или потому что все так делают, склонился перед Кришной, теперь он должен прийти к уровню постоянного памятования Кришны с любовью. Для этого требуется определенная практика. Мат-яджи, Кришна говорит, совершая ягью. Ягис бывает разных видов. Ягия в форме святого имени воспевания, ягия в виде того, что человек использует свою природу. Можно ягию с шваброй совершать, вот, так сказать, устраивая тут такой танец с метлой, да, вот, во дворе храма, где угодно. То есть, когда человек выполняет деятельность согласно своей природе, но для Кришны это и будет мат-яджи, то есть совершается ягья. Потому что Кришна говорит в 3 главе Бхагавад-гиты, 9-10 стих, говорит, совершай всякую деятельность как жертвоприношение мне. В противном случае эта деятельность станет причиной рабства в этом материальном мире. Кому хочется быть в рабстве? То есть мы должны понять причину рабства. Рабство не в том, что кто-то от нас пришел, взял. Рабство состоит в том, что живое существо само опутывает себя карма-бандхана, этими узами кармы, потому что не знает, кому все принадлежит. Только мы узнали, что все принадлежит Кришне, значит, все, что мы имеем, связано с ним. Не то, что мы должны все свое имущество Кришне в храм отнести. Давайте сейчас кресло, диван, и там все сюда. Нет. То есть зачем нам склад здесь, правильно? Вот смысл в том, что это все отдать необходимо в смысле задействовать. В смысле задействовать, то есть связать. Кришна дал нам все необходимое для нашей жизни, вот, пожалуйста, тебе площадь, вот эта площадь, на этой площади располагается там все, что тебе нужно для жизни. Но теперь ты должен это поле деятельности связать с Кришной. Итак, это называется Кришна Самбанха, то есть когда мы связываем все с Кришной, Кришна Самбанха. В противном случае карма Банхана, мы опутаем себя кармой. Итак, любая деятельность, соответствующая природе человека, она, во-первых, никогда не влечет за собой греха. Никогда. Никогда. Даже если человек совершает самую греховную деятельность, самую отвратительную деятельность, но для Кришны греха не будет. Такой пример Арджуна. Самую отвратительную деятельность совершал. Хуже придумать нельзя. Люди ее убивали. В больших количествах. В огромных количествах. Род свой истреблял, можно сказать. Понимаете? Всю свою фамилию, род Куру. Ужасная деятельность. А Кришна говорил, давай дальше, продолжай в этом же духе. Но это Кришна ему так сказал. Даже самая отвратительная деятельность, Кришна говорит, человек, действующий ради меня, он даже убивая, не убивает. 17 стих, 18 глава Бхагавад-гиты. Даже убивая, не убивает. Итак, если даже самую отвратительную деятельность можно сказать с Кришной, то уж тем более что-то такое менее вредоносное. Да? Вот. Но эта деятельность, конечно же, должна быть авторизована так, как Кришна авторизовал Арджуну, он сказал ему, ты сражайся, нимитта бхава матра савья сача, стань инструментом в моих руках. Я заказчик, ты исполнитель. Все. Кришна говорит, я заказчик. Вот, подобно этому, каждое живое существо имеет определенную дхарму, и Кришна говорит, тот, кто действует согласно своей природе, никогда не навлекает на себя греха, никогда. Нет такой деятельности, которая была бы полностью греховна, если она связана с Кришной. Но это должно быть авторизовано. Знаете, так же, как вот Кришна, как учитель, авторизовал Арджуну и говорит, иди стреляй, иди убивай. Вот это не является убийством. Так же, как генерал посылает солдата, тот убивает, ужасная деятельность, но солдат получает медаль, он герой, понимаете? Герой. Тот, кто убивает по собственной прихоти, преступник, его место за решеткой. Все. Одно и то же действие, но одно авторизовано, другое нет, результат абсолютно разный. Вот что такое действие, авторизованное свыше, действие не авторизованное свыше. Итак, чувства должны быть под контролем. В противном случае, если мы не контролируем их, они контролируют нас. Мы говорили про два слова, да? Госвами – это тот, кто контролирует чувства, а второй – кто? Годаса. Годаса обозначает, даса означает слуга. Госвами – годаса. Госвами – господин чувств, годаса – слуга чувств. Третьего варианта не существует. Поэтому каждый из нас должен понять, что у нас есть только один выбор. Либо мы используем чувства, как нам надо, либо они используют нас, как им надо.
Большинство людей сейчас являются годасы, то есть рабами чувств. Они говорят, ну что я могу поделать, я хочу, мне хочется. Видимо, этого хочет Господь. Видимо, Он этого хочет. Как же еще я могу подумать, что такой возвышенный человек, как я, мог подумать, захотеть такой низменной вещи. Наверное, это Господь хочет. Такая философия, когда люди сами себя оправдывают. Нет. А Кришна не может хотеть, чтобы мы хотели чего-то низменного. У него нет таких планов. Более того, не нужно думать, что Кришна наслаждается через наши чувства. Тоже еще популярное заблуждение философии. Кришна наслаждается через мои чувства. Есть такая философия. И Упанишады другую философию проповедуют. Упанишады говорят, на одном дереве сидят две птицы. Одна птица клюет плоды дерева, а вторая смотрит на нее. То есть Кришна не клюет плоды дерева наши. Он смотрит на нас, что мы делаем. Вот. А этот простой стих из Упанишад говорит о том, что Кришна не наслаждается через наши чувства. Это ложная философия, несоответствующая ведам. Кришна смотрит, как мы это делаем, но Он не принимает в этом участие. Он отстранен от этого дерева. Итак, контроль чувств возможен для тех людей, у которых есть высшая цель, как у человека есть цель, куда-нибудь доехать. Если вы хотите куда-то доехать, вы должны контролировать чувства на дороге, правильно? Вы не можете так вот рулить, куда хотите. Вы должны держать руль ровно, смотреть на знаки, знать свою цель, внимательно на все эти указатели, где там что. Иначе вы не доедете, просто не доедете. Вот. То есть это простая идея контроля чувств, она не является индийской религией. То, что человек должен держать руль в руках, это не индийская религия, понимаете, это просто здравый смысл. Если вы хотите куда-то доехать, держите руль в руках, контролируйте машину, иначе вы никуда не доедете. К индийской религии это не имеет никакого отношения, это просто здравый смысл. Итак, если живое существо хочет своим сознанием доехать до Бога, это означает, что оно должно контролировать свою низшую природу, рулить реально, понимаете. Вот. И для этого должна быть определенная сила. Мы знаем, что человеку мало купить машину, скажут, если нет прав, ты не умеешь водить, у тебя нет права водить, понимаете? А машина нашего тела на самом деле куда сложнее, чем вот эта вот на четырех колесах машинка. Вот. И нас не учат контролировать ум, нас не учат контролировать тело. Вот я уже несколько раз об этом говорил, об этой идее, что Кали-юга – это эпоха, когда нас учат нажимать на кнопки, как контролировать внешние механизмы. Но как контролировать внутренний механизм своих чувств, своего ума, не знакомы с этим. То есть этой культурой мы не владеем. В то время как настоящая культура, ведическая культура – это культура, где в первую очередь люди учатся владеть машиной собственного тела и ума. Ум – это тоже машина, называется янтра. Ум – это мано-янтра, так и называют, мано-янтра. То есть контролировать ум – это обозначает направлять свои чувства, свои мысли в нужное русло. Вот это называется человек. Человек, который контролирует свои мысли, который контролирует свои чувства. А то живое существо, которое исповедует какую-нибудь лабуду в духе New Age, отпустите свои чувства, сказать, вот все, что вот мне нравится, это, видимо, этого Господь хочет. Это псевдофилософия, которая не имеет никакого отношения ни к ведам, ни к культуре, ни к высшей цели, ни к чему. Очень популярная дребедень какая-то современная. Вот, то есть вот просто доверься своему сердцу, и поверь своим чувствам, отпусти, Господь ведет тебя и так далее. Очень такая, знаете, красивая философия, которая немножко так попытка одухотворить всякий свой беспредел. Вот, это не имеет никакого отношения к реальной духовной жизни. Все, что мы возьмем в ведах йога или культура варнашрама, обозначает, что для того, чтобы достичь чего-то в йоге, контролируй чувства. Варнашрама обозначает контролируй чувства, потому что у каждого ашрама есть определенные свои обязанности. Дхарма. Дхарма – это то, что есть и контролирует наши чувства. Ты должен это делать. Нравится, не нравится – ты должен это делать. Дхарма. То есть, по большому счету, Кришна не просто говорит «делай то» или «делай сё», а Он эти вещи говорит для того, чтобы наш разум научился побеждать чувства, чтобы мы больше действовали как люди на уровне разума, чем на уровне чувств. А когда мы вернемся в духовный мир, вот там уже разум – слуга наших очищенных чувств.
А в материальном мире разум должен быть господином неочищенных чувств. Вот в этой картинке, которая в Бхагавадгите, где чувства представлены как лошади, ум как вожжи, разум как возница, тело – это колесница, а душа – это пассажир. Здесь очень совершенно четко все понятно, что возница должен контролировать лошадей, иначе они будут контролированы. Вот бросьте вожжи, бросьте, все, идите на поводу ума. И куда мы поедем? Все, давайте все бросим руль. Невозможная ситуация, сразу будет аварийная ситуация на дороге, понимаете? Вот точно так же нужно понимать, что мы не просто себе день прожили, и слава Богу. Мы находимся на дороге жизни, мы куда-то едем, понимаете? Независимо от того, осознаем мы это или нет. Это не имеет значения, понимаете? Люди имеют цель, а люди, которые живут с какой-то целью, их жизнь ну, какая-то она более упорядоченная, более разумная. Люди, которые вот так вот день прожили, и слава Богу, там повздыхали, о-хо-хо, а-ха-ха, там почесались, телевизор посмотрели, поели, в туалет сходили, поспали, и день прожили, и следующий день точно так же. Эти люди живут без, у них нет какой-то особенной цели, вот, и поэтому они просто глазеют туда-сюда, что интересно для чувств, они туда рады идти, где там зеваки так называют, да, там хочется посмотреть на что-то. То есть идея контроля чувств, она непонятна вообще. Но люди, у которых есть цель, они будут направлять себя к этой цели. Это направление себя к этой цели обозначает, что мы все время говорим чему-то да, а чему-то нет. Какой-то выбор. Вот этот выбор – это и есть управление. Когда вы говорите «да», потому что мы держимся на дороге дхармы, говорите «нет» всем этим съездом в сторону, туда или сюда. Итак, что может мешать нашему контролю чувств? В основном наши внутренние желания – и гуны, которые привлекаются этими желаниями. Гуны пришли к нам не просто так, что там, знаете, там, здрасте, я ваша тетя, да, я приехала из Киева, буду жить у вас. Гуна какая-то пришла к нам, да, невежество. Я ее не звал, да, ко мне какая-то вдруг гуна заявилась вообще. Вот, гуна невежества или гуна страсти, нет. А гуны приходят к нам в ответ на наши желания. Наши желания – это единственное, что мы можем контролировать, единственное. Чего я хочу? Нужно просто пожелать правильных вещей. А для того, чтобы правильных вещей пожелать, нужно вот как раз слушать людей садхусанга, люди, которые уже с правильными желаниями, святые личности, которые связаны с Кришной. И когда мы их слушаем, у нас развивается желание, похожее на их. Это если наша природа благочестива, если мы склонны слушаться, это означает, мы можем меняться. Если мы склонны слушаться, значит, мы можем меняться. Если мы не склонны слушаться, значит, мы не будем меняться. Итак, все, что мы можем менять, это мы можем менять наши желания. И когда у нас заменяются желания в благостную сторону, к нам притягиваются гуны благости. Интересный механизм, как соотносится гуна и карма. Карма прошлого проявляется в том, что в нашей жизни какие-то возможности проявились. Итак, к нам пришли какие-то возможности. У меня есть то, все, какой-то вот у меня какой-то круг возможностей. Так появилась карма прошлого. А гуна моей нынешней жизни – показывает, как, или вернее, определяет, как я распоряжусь кармой прошлого. Понимаете? Допустим, какой-нибудь молодой человек, и у него там папа, да? Папа приехал, уставший с работы, машину в гараж забыл ключ вытащить. Устал. Сыну 15 лет. Папа забыл ключ в машине. Итак, по карме ему пришла возможность. По карме пришла возможность. А теперь гуна, его нынешняя, определит, как он этой возможностью воспользуется. Гуна благости, он достает ключ, говорит, папа, ты забыл ключ. Гуна страсти. Какие ваши варианты? Пойду покатаюсь, папа забыл. Отлично, мне возможность дали. А если умения нет, то гуна невежества, папе звонят, говорят, забирать своего там, сына из кювета, да, вместе с машиной. Вот. То есть карма прошлого проявляется в виде определенных возможностей, которые к нам приходят. Гуна нынешняя определяет, как мы распоряжаемся своей прошлой кармой. От чего же зависит, какая гуна у нас действует? От наших желаний. От наших желаний. Невозможно контролировать чувства, пока мы не изменим своих желаний. Все технические ухищрения, технические какие-то там способы, как победить то, сё, вожделение, жадность, гнев и так далее, встаньте под холодный душ, вставайте там пораньше, что-нибудь еще делайте. Очень хорошо, это все техника, но она не поможет, если у человека будет оставаться прежнее желание.
Но когда у человека изменились внутренние желания, вот теперь этот контроль чувств станет более или менее естественным, потому что он соответствует моим другим желаниям. А если я внутри хочу одних вещей, а мне постоянно капают на мозг, говорят, ты не должен, это май, это иллюзия, это грех, это плохо, ля-ля-ля, контролируют то, все другое. У меня я живу в постоянном конфликте, понимаете? Потому что я хочу одного, а, допустим, общественное мнение или там мой проповедник, мой пастор в церкви, неважно кто, или родители, они там читают морали, капают мне на мозг, говорят, ты не должен этого хотеть. А я хочу, понимаете? Вот поэтому невозможно научиться контролировать свои чувства, пока мы не изменили свои желания. И даже если люди живут в каком-то ашаме, они прекрасные брахмачари, всему там следуют, утром встают, моются, бегут на мангаларате. Прекрасно, замечательно. Но если у них внутри не изменились желания, это все когда-нибудь закончится. То есть внешняя техника, внешний процесс, он очень хорошо работает тогда, когда он соответствует внутренним желаниям. Но когда он противоречит внутренним желаниям, если человек не сумел трансформировать свои желания, то в конце концов он перестанет внешне совершать те действия, которые не соответствуют его желанию. То есть практика садхана бхакти, она чрезвычайно полезна, она очень важна. Но нужно понять, что она иногда, как кажется, не работает, она всегда работает, но она работает прекрасно, если она соответствует внутренним желаниям, когда человек это делает, потому что он хочет это. Это соответствует его внутренним желаниям. Если же он эти вещи делает, и это вступает в противоречие с внутренними желаниями, долго он не сможет. Но в этом интересном 9 стихе 12 главы Кришна говорит, а если ты не можешь спонтанно думать обо мне, он говорит, следуй регулирующему принципу Бхакти-йоги, потому что так ты разовьешь себе желание достичь меня. То есть эта практика, она очень полезна, но она не должна быть механичной. То есть человек должен понимать, что целью этой практики является изменение желаний. И самое главное, от чего меняются желания, это именно благотворное общение и дух служения. Благотворное общение и дух служения. Вот если изменились желания, тогда все вот эти вот элементы культуры, практики, они будут соответствовать нашей внутренней задаче. Если же человек внутренне остался каким-то вот другим, у него какие-то другие желания, сколько бы он ни жил в храме вашем и так далее, вот все равно он будет ловить себя на каком-то внутреннем несоответствии, что здесь мне говорят, делай так, делай сяк, такие стандарты, должен ходить туда, делать то, ставить тилаку, одеть кантималу, то да все. Это все внешние элементы культуры, это очень и очень важно. Но это прекрасно работает тогда, когда это соответствует внутренним желаниям. Поэтому самое главное – это испытать вдохновение внутренне поменяться. То есть так важно найти вот это вот общение, которое именно меняет мое внутреннее устремление, желание, что я действительно хочу к Кришне. И тогда эта культура, она естественно следует за всем этим. Она естественно следует, сопровождает это все. И тогда все находится в полном унисоне, внутреннее и внешнее. Вот. Но если человек как бы из-под палки себя как-то пытается все там себя переделать, сломать, но при этом какие-то внутри вот эти остаются вот такие внутренние желания никак вот неизживаемые, вот, это означает, что человеку придется каким-то образом все равно с ними разбираться, потому что пока эти внутренние вопросы не решены, мы никуда не поедем. В ведах приводится такой пример, какой смысл, вернее, никакой смысл, а бессмысленно разжигать огонь, если мы тут же поливаем его водой. Нужно понять, какая у нас задача. Вот. И если у человека не получается так легко и сразу избавиться от всех своих внутренних желаний, которые тормозят его прогресс, что же ему остается? Ему остается понять эти желания, что он действительно хочет такого. И эти желания каким-то образом изжить при помощи культуры, не погружаясь во все тяжкие, так сказать, вот, а давая возможность получить этот вкус, оставаясь в рамках культуры. Веды позволяют все это. Нет таких желаний, которые не могли бы быть исполнены. Почему 15 глава Бхагавад-гиты в первом же стихе называется, что веды – это древо желания, исполняет все желания. То есть все желания человека могут исполниться. Единственное, конечно, есть вещи, которые связаны с таким грубым невежеством. Невежественные вещи лучше всего отбросить. Вот, мы знаем, что за невежество идут вниз,
это невежество, этот низ. А все, что из гуны страсти, это все вещи вполне изживаемые. Вот все, что, все, что с невежеством связано, это все идет в ад, это все вниз идет, невежество. А если у человека какие-то желания в гуне страсти, это не проблема. Гуну страсти Кришна помогает людям изжить через ту же кармаканду. Кармаканда, праврити марка — это то, что изживает гуну страсти. Гуна невежества должна быть под контролем, гуна невежества должна быть устранена. Гуна невежества не должно быть в жизни человека. Гуна невежества — это растения, низшие животные. Вот это гуна невежества. Для людей главная проблема — это страсть. Главная проблема — это страсть. И страсть — это то, что изживает через культуру. Здесь нет каких-то особенных сложностей. Это не чистое преданное служение. Это какие-то компромиссы с материальной энергией. Но что делать? Есть разные пути избавления от желаний. Первый путь избавления от желаний очень простой. Взял и выкинул это желание. А если у человека настолько интенсивно, он пришел сюда в эту жизнь, чтобы осуществить его, а как же он его выкинет? Для него жизнь тогда теряет смысл без этого желания. Поэтому, если человек не может отказаться на уровне ума от всех этих вещей, тогда ему необходимо не затягивать это все дело, не тянуть в надежде, что там когда-нибудь потом это само исчезнет. Если это не проходит через год, два, три, пять, десять и так далее, все понятно. Мы имеем дело с серьезной проблемой. Значит, необходимо эти желания как-то, так сказать, вписать в культуру духовной жизни, и тогда они постепенно, не сразу, не быстро, но постепенно уйдут. Таков процесс контроля чувств. То есть, с одной стороны, жизнь в благости, она позволяет быть внешнекультурным, то есть все в рамках. Духовная практика, она трансформируется. Но те вещи, которые как-то не трансформируются, и такие, как вот якоря тяжелые, держатся внутри нас, это обозначает, что необходимо просто больше времени и понять, как эти вопросы изживаются. Где там в Шримад Бхагаватам описывается, что желание общения с противоположным полом изживается через религиозную семейную жизнь. Пожалуйста, хочешь семью? Вот тебе семья, ради Бога. Но следуй дхарме, ашрама, следуй определенной культуре ашрама. Желание накопления богатств изживается через благотворительность. Хочешь копить богатство? Пожалуйста, копи. Становись миллионером, мультимиллионером, миллиардером, мультимиллионером. Только не воруй. Только не воруй. Делай честный бизнес. Пожалуйста, богатей, как на дрожжах. Нет проблем, только не воруй. Потому что через это богатство долго не удержится. Пожалуйста, хочешь накапливать? Накапливай. Но мы знаем, чем занимаются люди, которые накопили много. Они теперь начинают раздавать. Фонд такой, фонд того и так далее. Все. То есть через благотворительность изживается желание накопительства. И желание райских богатств, девабхога. Девабхога. Это через что изживается? Интересный ответ Нарада Муни дает Махараджу Юдхиштхире. Он говорит, желание райских наслаждений изживается в процессе изучения законов времени. Такой интересный ответ. То есть для того, чтобы живые существа поняли, что даже наслаждение в райских мирах, наслаждение полубогов, это вещи, которые адьянтаванта тукаунтия, натишурамати будха, они имеют начало и конец, и поэтому разумный человек не обольщается этими вещами. Итак, вот основные вещи, чего хотел бы человек. Пожалуйста, всю гуну страсти можно с течением времени изжить. Как? Добавив к ней благости. Как проявится благость? Благость обозначает обязанности. Благость обозначает дхарма. Итак, невежество в жизни человека быть не должно, а страсть изживается тем, что мы добавляем к ней благость в форме обязанностей. И таким образом, если баланс прав и обязанности соблюден, тогда чувство под контролем. Таким образом все эти вещи пройдут. Плюс ко всему прочему, конечно же, самое главное – это прямая духовная практика, когда мы связаны с Кришной напрямую через воспевание святого имя, через слушание, чтение, изучение шастр, через служение другим вайшнавам. Это как раз то, что является главным двигателем. Это главный двигатель. Передние, ведущие колеса, да? А задние, скажем так, поддерживающие. То есть есть правильное поведение наше по отношению к материальному миру. Это такие поддерживающие программы. А есть ведущие.
есть духовная жизнь – это ведущие колеса, самые главные ведущие. Остальное – это поддерживающие. Если человек живет вот таким образом, то есть всегда связан с Кришной через прямую практику и поддерживает свою прямую практику через правильные отношения к материи, через то, что его права уравновешены обязанностями, долгом, вот тогда его развитие идет очень хорошо. Харе Кришна. Вам, пожалуйста, вопрос. Может быть сознательный, может быть бессознательный. Допустим, есть вещи, которые мы четко осознаем. Говорят, люди, человек знает, чего хочет. А есть люди, которые не знают, чего хотят. Он говорит, чего-то хочется, вот что-то такое изнутри меня распирает, но не могу понять, чего мне хочется. То есть это обозначает, что у человека вот это вот самосознание не очень развито. То есть он сам не может для себя даже сформулировать, определить, чего он хочет. Вот. А есть люди, которые четко знают, чего они хотят. То есть, когда желание оформилось, оно приобрело форму какого-то плана, какой-то конкретной мысли, человек знает, чего он хочет. Вот. А если человек не знает, чего он хочет, его так немножко юзом несет по жизни, крутит, потому что он не может понять, и он как бы так, как слепой котенок, тыкается туда-сюда, он пытается каким-то таким через чувство понять. То есть, люди, у которых чувство выше разума, они, как правило, не знают, чего они хотят. То есть вот что-то их распирает, их в чувство у меня, но они, у них вот это вот вследствие отсутствия внутренней культуры, они в разуме не могут этого все уловить и сформулировать, понимаете? Вот поэтому это может быть вполне неосознанным стремлением. Зачем душе опыт тела, если она изначально полна знанием? Несмотря на то, что она полна знания вечности и блаженства, она также имеет свободу ограниченную. И вследствие неправильного злоупотребления этой свободе, все то ее знание вечности и блаженства может перейти в состояние пассива. Например, что происходит с каким-нибудь, не знаю, там, знатоком всего на свете, когда он спит ночью? То есть все его знание, оно уходит в пассив, правильно? Он сейчас спит. Вот. Но когда он активен, вот его природа активизировалась. Поэтому, несмотря на то, что у живого существа оно полно вечности, знания и блаженства, вследствие неправильного использования свободы мы можем попасть под влияние иллюзии. И теперь наше вечное знание и блаженство переходит в состояние пассива, но потенциально. Духовная жизнь обозначает этот потенциал, его нужно опять активизировать. Как насчет негативных чувств, что значит как? В каком смысле как? То есть их тоже контролировать нужно, если да, то как? Злость, низменные чувства, гнев, лучше за них не допускать. Потому что когда они уже. Это то же самое, что, знаете, вот как гнев уже, если он вышел, да, как снаряд из пушки вылетел, ну еще вы с ним сделаете, поймете его ловить, что ли? Он уже куда-нибудь попадет, он что-нибудь уже разнесет, уже какая-нибудь воронка будет, понимаете? Вот, то есть гнев – это последняя фаза, одна из последних фаз. Кришна говорит, созерцание объектов чувств рождает привязанность. Из привязанности рождается вожделение, из вожделения рождается гнев. То есть гнев – это одна уже из заключительных фаз, понимаете? Вот, то есть, поэтому, когда процесс находится в одной из заключительных фаз, что с ним можно поделать? Только можно, когда это все уже, вот эти вот раскаты грома, взрыв прозвучал, вспышка гнева уже вышла наружу, теперь можете подумать о том, вы понимаете, какой событийный ряд к этому привел, да? В чем я совершил ошибку, да? Где вот созерцание чего привело к привязанности, чего привело к вожделению, вожделение привело к гневу. То есть можете проследить себе эту цепочку. Уже когда вы успокоитесь, когда чувства улеглись, мы говорим, все, успокойтесь, теперь разум включается, когда чувства успокоились. То есть это может стать полезным опытом на будущее. В самой ситуации, когда гнев уже вышел, это уже все. Гнев, он может что-то разрушить обязательно.
Понимаете, если куда-нибудь снаряд попал, все, он уже сторону должен разрушить. Не может такого быть, чтобы он ничего не разрушил. Вот, то есть гнев обязательно что-то разрушит. Но если человек находится на пути контроля чувств, он эту ситуацию примет как временный свой проигрыш в плане контроля чувств, и на будущее он будет уже осторожен, потому что он понимает, что такое гнев, что гнев, он является звеном в определенной цепочке. Обида, грусть. Преданный сказал, что подавлять вредно. И что предлагается грузиться в обиду, грусть? Обида, грусть – это все эмоции, рожденные гуной невежества. Если в молоко налить йогурт, молоко станет йогуртом, скиснет. Пообщавшись с разочарованным человеком, станете разочарованным человеком. А общаться с разочарованными людьми могут только очень опытные люди, которые не скиснут от общения с ними. Понимаете? Вот. А люди, которые вот это вот развивают в своем сердце вселенскую тоску, грусть, обиду и так далее, это все эмоции, противоположные ананде, блаженству, которое присуще душе. Это вещи, которые обозначают, что у человека не получилось чувственное наслаждение. Вот что это означает. То есть из этой вот цепочки, вот стихи 62-63 в Бхагавад-гите, второй главе, где Кришна цепочку это описывает, созерцание объектов чувств, потом, как я сказал, да, это привязанность, вожделение, потом гнев. Гнев связан всегда с иллюзией, потерей памяти и все. То есть в грусти, в печали, в обиде пребывают люди, чьи планы на чувственное наслаждение не удались. Никакой другой причины для этого нет. Вот. Но вопрос, откуда у них эти планы чувств наслаждения вообще взялись? Из заблуждения. Или, может быть, из-за того, что они переоценили свои возможности. Может быть, они мыслят в современном духе, что типа я достоин большего. Как это мотивируют, да, люди в гуне страсти. Ты достоин большего. Достоин большего. Вот. Да. Страсть. Без поддержки благостью, знанием, она переходит в невежество. А невежество это и есть. Грусть, обида и так далее, все эти вещи. Невежество в эмоциональной сфере. Невежество в эмоциональной сфере проявляется, как грусть, обида и все прочее. Меланхолия всякая разная. Это невежество в эмоциональной сфере так проявляется. Что с ними делать? С ними ничего делать не надо. Нужно просто выходить в другую гуну. Они являются следствием порождения гуны, понимаете? Пока вы находитесь в этой гуне, вы с ним ничего не можете поделать. Пока на улице минус 40, что вы можете поделать со льдом и снегом? Ничего не можете поделать. Но если вы перешли в то место, где не минус 40, хотя бы плюс 20, там нет проблем со снегом и льдом. Понимаете? Вот и все. То есть нужно просто в другую. С ними это грусть и так далее, обида – это последствия гуны. Пока человек остается в этой гуне, он ничего с этими эмоциями не поделает. Можно в другую гуну перейти. Понимаете? Вот и все. Где-то там был вопрос. А, Матыш, а, Алина. Контролировать чувства согласно своей природе. Что я имею в виду? Духовную природу или систему Варнаши? Нужно понять такую простую вещь, что мы, как духовные существа высшей материи, это обозначает, что у нас есть потенциал высшим контролировать низшим, он есть. Сейчас он может быть не развит, у нас не хватает практики, культуры, общения, вдохновения, какой-то поддержки может быть не хватает. Поэтому сейчас я понимаю, что я существо, но, как говорится, ничего не могу поделать со своей низшей природой. Меня вот тянет туда или сюда. То есть вот это такое положение. Вот. Но если мы открываем ту же самую третью главу Бхагавад-гиты, Кришна говорит, таким образом, он там описывает, да, где живет вожделение. Он говорит, вожделение живет в уме, в чувствах, в разуме. Он говорит, ну ты должен понять, что значит, живое чувство выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, душа выше разума. И дальше он говорит, таким образом, осознавая свою высшую духовную природу по отношению ко всему этому хозяйству, где живет вожделение, потому что оно живет в чувствах, в уме и в разуме, вот при помощи зрелого духовного разума, сознание Кришны, может победить этого врага в форме вожделения, который, ну, кама-рупа, то есть она в разных формах может представить. Желание наслаждаться, грубо говоря, скажем так.
То есть, когда я говорю о контроле чувств, какую природу я имею в виду? Естественно, что в первую очередь духовная природа, что мы выше материи, но те, что мы можем ее контролировать, можем. Но у нас может не хватать силы и опыта, и практики. Поэтому нам дается в качестве инструмента культура определенная, которая душе, как высшему существу, которое, в принципе, может контролировать все низшее, чтобы этот инструмент стал инструментом силы, понимаете? Вот я стою просто безоружный, да, и ко мне подходят какие-то люди, да, которые, может быть, сильнее меня. И вдруг в моей руке меч появляется. Ситуация сразу же меняется. Или там какой-нибудь пистолет, да? Почему? Теперь я вооружен. Вот я был безоружный, и на меня сошли, ну сейчас мы тебя, да? И вдруг в моей руке бум! Они говорят, о, извини, мы ошиблись, парень. Все. Просто потому, что у меня в руке оружие, понимаете? Вот и все. То есть живое существо само по себе, оно стоит выше этой материальной природы. Но у нас сейчас нет инструмента. Вернее, он есть, но мы не обучены им пользоваться. То есть духовная практика, она и дает инструмент. Дает инструмент. Астра. Астра означает оружие, инструмент. Вот. Наши основные две астры, это то, что Господь Чайтанья дал, да? Святое имя, Шримад Бхагават. Две основные астры. Сказано предсказание Господа Чайтанья. Кришна Варна Твишак Кришна Санга Пангастра Аршадам Ягей Санкиртана Привет Джанти Хисумедхаса. В Кали-югу те, кто достаточно разумны, поклоняются Кришне цветом не Кришны, а золотого цвета, который пришел в этот мир совершать Санкиртану, и он пришел вооруженным. Астра означает оружие. В чем же его оружие? Святое имя и шастра. Все. Вот, если мы научились этим оружием пользоваться, тогда вернее, как пользоваться? Это Кришна. Как им можно пользоваться? Святое имя – это Кришна, шастра – это Кришна. Как им можно пользоваться? Но если мы относимся к ним в служении, вот тогда они нас защищают. Как этот самый же известная ситуация Махараджи Амбариши, йог Дурваса. Да? Вот, то есть йог Дурваса обладал мистическими силами, реальными, очень, так сказать, могущественными. Какого-то огненного демона создал, хотел этого Махараджи Амбаришу убить за какой-то там малейший, так сказать, какой-то просчет там. Вот. А Махараджа Амбариши просто, так сказать, стоял смиренно сложив ладони и прилетел Сударшана чакры. Оружие, не наше оружие, это Кришна. Вот, поэтому, а Кришна защищает живое существо от всех этих искушений и влияний, если у нас правильное отношение к Кришне. Это не то, что у меня там какой-то пистолет, да? Вот. А мы занимаем правильную позицию слуги. Тогда Кришна защищает своего слугу, понимаете? Если мы слуги, что это за хозяин такой, который не защищает своего слугу? От чего он защищать будет? От этих всех вот выпадов материальной природы. Если я чувствую, что на меня действует сильно материальная природа, я думаю, что же это я такой беззащитный? Почему Кришна не защищает? Может быть, у меня что-то в проблемах в отношении с Кришной? Вот здесь, в этой сфере ответ лежит, понимаете? Да. В чем заключается контроль чувств во время просада сева? Когда мы принимаем просад, контроль состоит в том, что мы принимаем пищу освященную. То есть это пища, которую попробовал Кришна, и эта пища очищает наши чувства. Понимаем, мы не понимаем, как этот процесс идет, это не имеет большого значения. Когда человек принял таблетку, ему же не обязательно знать, там какой-то будет химический процесс, что там происходит туда, это сюда, какая там химическая реакция. Вот. Мы об этом не думаем. Ну, выпил таблетку, там что-то прошло, и слава Богу. Вот. Точно так же, когда мы принимаем пищу освященную просадом, происходит очищение чувств, независимо от того, осознаем мы это или нет. Таким образом, чувства становятся более контролируемыми. Вот, то есть смотрите, какая цепочка существует. В нектаре наставлений описывается, что чувства, начиная с языка, должны контролироваться. Одна линия – язык удара, живот, да, и гениталии. То есть это одна линия. Люди, которые не контролируют язык, у них будут обязательно проблемы тут с перееданием, да? А когда у них переедание, значит, они не контролируют чувство во время еды, значит, не контролируют чувство будет потом, тем более давление усиливается в внутреннем центре. Поэтому говорится, что контроль чувств наступает севан мукихи джихвадао. Контроль чувств начинается с контроля джихва. Джихва обозначает язык. Вот поэтому
мы не понимаем, как это происходит, но поскольку этот просад не отличен от Кришны, Кришна входит, так и происходит. То есть мы ничего не контролируем, контролирует Кришна, а мы просто Кришну внутрь себя, так сказать, помещаем. То есть как это контролирует Кришна, мы оставим это ему, эту технику контроля. Как он это контролирует, это не так важно. Это примерно то же самое, как свет контролирует тьму. Ну как, вот появился свет, исчезла тьма. Вот как это произошло? Чудеса такие. Чик, щелкнули, вот свет зажегся, тьмы нет, ушла. Столько тьмы было, полная комната, да? Куда она делась вообще? Куда делали 100 квадратных метров тьмы, да? Просто нажали лампу, или сам выключатель, бум, свет появился, и все, и тьма куда-то подевалась, понимаете? Как там Кришна контролирует эти чувства? Это не наше дело. Он Хришикеша, повелитель чувств. Наша задача Кришну в себя просто принимать. В данном случае в такой очень приятной форме, просада. Вот все. А дальше контролирует все чувства. Мы ничего не контролируем. Мы просто делаем выбор в пользу Кришны. Когда он вошел, Кришна вошел, майя вышла, потому что вместе они не бывают. Свет вошел, тьма вышла. Вместе не бывает. Вот так вот в одной комнате ни с того ни с сего половина комнаты темная, половина светлая. Такого не бывает. Свет вошел, тьма исчезла. Ваш вопрос. Попутный вопрос. Имеет ли значение, когда если человек осознанно принимает праст, или он просто тянет его, ну, как видите, и он поэтому хочется поесть? Имеет ли значение, осознанно человек принимает прасад, или просто ему хочется поесть? А на начальном этапе, пока культура начинающего преданного не столь велика, для него это просто приятная трапеза, не более того. Но когда человек становится более в этом плане уже таким чувствительным к разным проявлениям Кришны, глубже сознает Кришну во всем, он начинает относиться к прасаду более почтительно. Он его именно начинает принимать, так сказать, вот, в духе служения. На начальном этапе это может быть сложно, это делать, невозможно эти вещи имитировать, поэтому на начальном этапе благом является просто то, что прасад входит в человека, независимо от того, осознает человек это или нет. На более высоком уровне человек начинает относиться к этой пище действительно, он видит в этом проявление милости, и поэтому относится к нему с благодарностью и почтением. И чем более с большим благодарностью и почтением мы относимся к любому проявлению Кришны, прасад, святое имя, божества, тем это больше очищающей силы обладает. И чем больше мы, чем более правильно мы относимся к Кришне, тем больше эффект от процесса. Последний вопрос. Вот вы говорили, что деятельность можно задействовать в сознании Кришны, чтобы она была авторизована. Как понять, авторизована это или нет? Как понять, авторизована? Очень просто. Авторизована, значит, вам сказали, сделайте это. Как понять? И не то, что вы сидите там, медитируете, так, деятельность авторизована, не авторизована. Кришна сказал Арджуне, Арджуна не впадал в медитацию, думал, так, авторизована, не авторизована. Ему Кришна сказал, сбрось с себя, стряхни эту апатию и сражайся. Арджуна думает, как же мне понять, моя деятельность авторизована? Это очень просто. Кришна сказал, стряхни апатию и сражайся. Мы абсолютно в том же положении. Как кто? Вы чей мальчик? Кто ваш учитель? Кто ваш наставник? Вот он и должен сказать. В духовной жизни так все. Проблема западного человека, он слишком самостоятельный. Слишком самостоятельный. Все сами. Я сам или я сама, неважно как. Вот. Да, и человек думает, а как постоянные вопросы, а как определить разницу между тем или этим? Очень просто, спросите. Если сами не можете, спросите. Если не хватает своего собственного разума, спросите у тех, кто. Если вы не знаете, деятельность авторизована или нет, вы в чьей системе находитесь? Вы кто? Житель храма или там член какой-нибудь там, не знаю, бхакти, врикши, какой-то группы общения, спросите у старшего, он вам скажет. Зеленый свет, или говорит, ни в коем случае не делай это. И все, вы тут же понимаете, деятельность авторизована или не авторизована. Очень просто. Здесь никакого такого способа там, мистически услышать или понять, что же это деятельность авторизована, надо помедитировать, да? Вот может быть там какая-нибудь ворона мне там с дерева там прокаркает, скажет, да, там даст, я думаю, это знак деятельности авторизованной. Нет, просто спросите и все. На этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.